короля Силиана! Вперед! Силиан собрал больше людей, чем мы предполагали. Предполагали? Вы говорили, что мой племянничек не выберется из монастыря. Ха. Впрочем, так даже лучше. Я сам с ним разберусь. Терпение, господин Эрхард. Отступите в столицу. Ты ничуть не изменился, Силиан. Все такой же сосунок. Ха. Надеюсь, все мятежники...
помощь не нужна? Закрана! Гедрюс, как же вы вовремя? В атаку! Вперед! Ну же, в атаку! Вы живы? Знакомое место. Только красной луны в небе не хватает. О, я помню этот меч. Это ты, что ли, потомок Лютерана? Твой предок оставил мне пару шрамов. Настало время вернуть должок. Отступайте, я его задержу! Лютеран, сегодня твой род прервется. Где бы ты ни был, ты это почувствуешь. Смотрите, люди, вот он, ваш король, беспомощный и ничтожный. Помни о тех, кто идет за тобой. Истинный король защищает свой народ до конца. В тебе течет кровь Лютерана. Успокойся, мой. Это приказ Казерос. Как ты смеешь, жалкий? Я тебя! Кто ты? Что происходит? Скажем, это наш маленький спектакль. Второй акт. Мальчик, который поверил в себя. Терпение, ваше величество. В третьем акте у вас важная роль. Я знаю, вы слышите меня. Отец. Лорд Тадеуш. Я не подведу вас. Клянусь. Как вы? За меня не переживайте. Я в порядке. Третий акт не иначе, как штурм столицы. А сейчас что-то вроде антракта. Есть время подготовиться. Мы будем сражаться до последнего.
Там, на пустоши. А что, если этот демон вернется? Нас ждет долгая ночь. Зажгите сигнальный огонь. Пусть те, кто нас поддерживает, знают, мы идем. Регент не сдаст город без боя. Слушайте мой приказ! Разделиться на три фланга! Правый штурмует крепостные стены! Центральный! Пробейтесь к воротам! Левый фланг за капитаном! Мы с монахами сдержим демонов, если они появятся.
Избавьтесь от треклятых пушек! Живо! Обстрел усиливается! Мы так долго не протянем! Центральный фланг. Ждать сигнал. Вижу сигнал. Таран к воротам. Наступаем. Сюда. Чернокнижники! Быстрее, выбейте ворота! Защитный барьер! Таран не поможет. Мне нужно время! Кто-то спрыгнул внутрь! Наш человек внутри! Держитесь, мы идем к вам! Ха-ха!
Разберемся, Силен! Найди регента! За мной! Мне нужна помощь! Осторожно! Разберетесь? Я найду регента. Yeah!
Надеюсь, вам оказали достойный прием, ваше величество. Эрхард! Ты такой же, как твой отец, Силиан. Никчемный и слабый. Замолчи! Лютерии нужен сильный король, и он у нее уже есть! Все кончено. Сложи оружие, дядя. В самом деле? Ты продал душу слугам Козяроса? Я бы сказал иначе. Мы заключили союз. Нам всем нужны союзники, Силиан. У меня демоны, у тебя загорские доходяги. А это еще кто? Не терпится отдать жизнь за этого сопляка? Я дам тебе шанс. Присягни на верность истинному королю. Что ж, ты разделишь судьбу моего племянника. Это честь умереть от руки короля. Может, попробуешь чай с Аларом? Может, попробуешь чай с Аларом? Может, попробуешь чай с Аларом? Хладнокровно убили старика. Впечатляет. Кормиан, открой портал! Что же, начнем третий акт. Ваш выход, господин Волден. Все сюда!
дружок Лютерана, я с тобой еще не закончил. Не спеши, Волден. Может, сперва разомнешься как следует? Прямо перед тобой убийца нашего дорогого друга Эрхарда. Какое мне дело до Эрхарда? Ладно, я не прочь поразмяться. Вот и славно. Не буду мешать. Развлекайтесь, господа.
день, когда родился с Калатуром. Лютеран его спас, а тебя спасать некому. Все назад! Это моя битва. Это его битва. Ну давай подеремся. Силен, нет! Умри! Терон, как ты смеешь мешать мне? Силен! Еще один удар. Отдышитесь, Ваше Величество. Позвольте мне помочь. Кормиан. Где же твоя легендарная сила, Волн? Кормиан, что? Ты за это поплатишься! Надо же, какой трагичный финал для Волдена. Но не для нас. Мы все получили то, что хотели, верно? Увы, не могу присоединиться к общему празднованию. Что он задумал? В любом случае, битва окончена. После всего, что было, мы здесь. Силен! Есть раненые! Где регент? Бежал? Регент мертв. Трон ваш, Ваше Величество. Мы победили. Трон подождет. Мы победили, но какой ценой? Вся столица залита кровью павших. Жертва героев не будет забыта. Народ Лютерии! Битва окончена. Но оглядитесь вокруг. Сколько расплатились жизнью за эту победу? За что они сражались? За честь и справедливость. За будущее наших детей. За наше будущее. Лютерия всегда была королевством рыцарей. Она будет такой впредь. Это наша история. И мы не позволим предателям ее попрать. Пусть наши потомки гордятся нами. Пусть истинные герои Лютерии славятся в веках.
Смотрите! Боги подали знак! Это новый рассвет!